И вновь здравствуйте, дорогие мои детишечки, с вами Севен, и на ваших экранчиках, а вновь такая игрушечка, как Outlast. В предыдущей серии нам отщепнули несколько пальцев, но пока что оставили нам яйца и язык, и это хорошо. Мы сможем не только рассказать о том, что мы увидели, но еще и своим детям передать это. Не надо звать Трагера. Спрятаться? Куда спрятаться-то? Он же меня не видел, правда? Я там в темноте стоял, он меня не мог увидеть. Хотя вообще-то мог, но он не увидел, по-моему. Что делать-то? You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Чё он там накалякал? Трагер. Больной ублюдок отрезал мне пальцы. Шрифт-то не поменялся. Он пытал и калечил пациентов десятками. Я видел, как он взял и убил одного, и ничего не могу с этим сделать. Разговаривает, как белый воротник. Эдакий мудак из высшей школы бизнеса с набором клюшек для гольфа в багажнике его дуди. Я бы поспорил на оставшиеся пальцы, что он был за правилой в мерков, пока его не коснулось то, что здесь произошло. Хочу отсюда выбраться. Хочу обратно свои пальцы. Хочу, чтобы Трагер сдох. Он на Билли орал. Давай просто попробуем решить эту проблему. Ага, сейчас. Он свалит или сколько мне здесь сидеть? Под этой кроватью вонючей. Так, ладно, надо искать пути к отступлению. Там выход вроде, да? Может, мне просто нагло вылезти, выскочить и убежать? Уйди, 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 ради бога. Меня тут нет, я точка, точка, точка. Блин, сглажопая скотина. Налево уходи куда-нибудь там. Я не знаю, куда я иду, зачем я это делаю, но, блин, я не знаю, куда мне идти, что мне делать. Под эту кровать, под эту кровать, быстро, быстро, быстро. Гнида голожопая. Что с ним делать-то? Хорошо, легко сказать. Может, правда, просто тупо сочкануть туда, он отвалится куда-нибудь. Он ходит по этой комнате. Вот когда он туда отойдет, можно вот здесь выбраться. И просто бежать отсюда.
Гнида полоумная. Он что-то не собирается по мне никуда уходить. Почему здесь нельзя какой-нибудь мусор куда-нибудь кинуть? Шопа какая. Подожди. Вот он туда отойдет, я вот здесь заберусь и побегу просто нахрапом. Ну или не побегу. У-ху-ху-ху-ху. К чертям собачьим побежали. Куда-нибудь, неважно куда. Например, нет, не под эту кровать явно. Здесь закрыто, пипец, приплыли. О, блин. Лифт. Лифт! Черт! Где мне искать этот странный ключ? О! Спокойно. Ничего не знаю. Пошел к черту. Все отлично. Я не знаю, куда мне. Еще что-нибудь при... Ух, твою мать. Ладно, ждем. Что-то как-то напряженочка. Там как свалил? Видели бы вы мое лицо сейчас. Как будто бы мне говно под нос подсунули. Ай, блин. Черт, как бы от него уйти? Мне еще ключ где-то нужно добыть. Ключ-то у него, скорее всего. Он свалил? Нет, где он? Что мне делать здесь? Я не могу сидеть вечно. Он отвалился. Черт, он уйдет. Во, мне клево за ним идти. Вообще офигеть просто. Еще бы. Ладно, сюда. Блин, я не вижу ни хрена. Я вернулась сюда, да ладно. Нет, это другое место. Че ж ты орешь? Твою мать, где я вообще? Они сейчас все крик поднимут, сволочи. Блин. Че, о господи, что с тобой здесь делают?
Не ори только, пожалуйста. Уже дай мне хотя бы спастись. Хотя бы мне дайте спастись. Я жить хочу. Туалеты. Охрененно. Лучшее место. Где этот педобраз ходит? Ладно, по крайней мере, теперь я знаю, что он за моей спиной. Господи, где? Куда мне бежать? Я вообще тут заблудилась в конец. Я, по-моему, круг навернула, да? Ну да. Не ори, мужик, я тебя умоляю. Куда мне, мать его, идти? Так, туда я не пройду явно. Вон он, вон он, вон он. Иди в другую сторону, черт тебя дери, гребаный доктор. Ладно, хоть ноги не отщипнул. Прости, мужик! Да блин! Да чтоб тебя, придется перелезть понизу. И отвали. Гребаная камера опять садится. Нахрен. Я не знаю, где я, но я где-то. Еще одни туалеты пролез. Все, это мой дом. Ну ладно, я примерно поняла, как это все выглядит, но. Нет, не очень помогает, если честно. Потому что он бродит по тому. Как сказать. Почему нельзя лечь и посмотреть? Он бродит по тому коридору, и я пока что не совсем соображаю. В какую дверь мне нужно торкнуться. Ну ладно, я думаю, нам раз 20 нужно здесь подохнуть будет. Немножко побегать просто, чтобы понять, где мы. Еще отстойная. Да блин. Silent Hill, Silent Hill. Я вас умоляю, блин. Никогда Silent Hill не пугал. А вот это. Так, ладно. Сейчас у меня уже от страха почти ничего не осталось. Мне скорее больше... Напряженка от того, что эта сволочь меня догоняет. Может убить. Я не совсем понимаю, куда мне идти, что мне делать. Вот они, эти две комнаты. Там по бокам туалет, там коридор. Он ходит по этому сраному коридору. Что самое неприятное. Не видно ни хрена. Это что такое, блин? Мне бы возогнать как-то вот одну в одну из этих комнат.
Он же там не очень сильно задерживается. Я же в темноте тут, да? Блин, у меня осталась одна эта. Так, знаете что? Пойдемте-ка в ту комнатку все-таки. Прости, мужик, кто бы ты ни был. Ты мне немного мешаешь. Выживать. Добрый доктор Айболит, который был ветеринаром. Доктор, я главное так себе. О, надо же, люди без почек жить не могут. Ух ты ж, блин, открытие. Век живи, век учись, ага. Так, ладно. Нужно понять, какие из этих всех вонючих дверей. Куда они ведут вообще? Ты что-то подзаблудилась. Я вижу только, скажем так, верхнюю часть карты. Там где-то вот эти помещения. Блин, где он? Сейчас как выгляну, а он тут. Ой, идет, идет. Ой, твою мать, сучонок! Опять по низу лазить. Что ж такое-то, блин? Короче, все, ты меня заколебал. Музыка-то какая, господи. А, это все понятно. Все, я поняла. Значит, надо та. Все, ладно, понятно. Так, подождите, откуда я, говорите, пришла? Здесь все завалено. Ага. Может, надо в другую сторону, наверное, там что-то есть. Или будет. Или я что-то опять проглядела. Помадет. Сейчас отвалится мы быстренько. Хрень-то я не отодвину никуда, правда? Ты сюда я спрыгнула? Вон он ходит. Сейчас так... Свысь! Так, сейчас... Дождемся тогда, пока он свалится. И налево бежим. Хоть куда-нибудь, хоть как-нибудь уже. Потому что направо мы уже были. Значит, надо налево. Мне бы еще лампочка не отсвечивала, было бы вообще охрененно хорошо. Сейчас дождемся, пока он тут пройдется. Как раз идет. Он уходит или он? Где он? Спокойно. Все, по-моему, уходит. Налево, налево, а тут заперто, охрененно круто. Быстрее, 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 мужик. Работай! Руками работай. Не орать. Я сама боюсь. Вот это тут. Наверх, наверх, наверх. Все. Ушли. Все, супер. У меня ж кошка проснулась. Так, надо передохнуть чутка. Эй! А, это другие туалеты. Я уж испугалась. Думала, меня накололи.
Слушайте, прекрасное место для того, чтобы завершить серию, мне кажется. Да, пожалуй, так и сделаем. В общем, это было напряженно. Не то чтобы... Вот знаете, вот сейчас уже страха нет, остается напряженка скорее. Такая, блин. А, но все-таки, тем не менее, эта игра меня действительно пугает больше, чем Амнезия. Потому что в Амнезии в какой-то момент мне было как-то норм. Ну, кто смотрел, тот помнит. В общем, ну, клёвая игра, мне жутко нравится. Намного больше, чем на Амнезии мне нравится. Поэтому, да. Предыдущая серия немножечко лаговая была, но ладно. Будем надеяться, что такого больше не повторится, и игра больше финтифлюшкать не будет у нас. В общем, к черту технические проблемы. Играем, наслаждаемся, пугаемся. Я надеюсь, что вам нравится. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. И, в общем-то, увидимся, услышимся в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен.